Ну что, давайте смотреть первый там какой-то. Все о новогоднем наступлении. Дети уже на пороге. А значит, пришел... Так, сначала будем смотреть. Праздники уже на пороге. А значит, пришло время миру танков преобразиться. Стоит зайти в игру, и ты увидишь свой танковый городок. Тебе предстоит нарядить его, чтобы он соответствовал масштабу праздника. Так каждый год же, получается, его наряжать надо. Но для начала нужно выбрать... Я прочитал сначала «Иисус» написано. Сори, это там чувство верующих задело. Ну просто, сначала «Тактический Иисус» я прочитал. А это «Тактический цирк». А, все, понял. Просто написано так. Я сразу это... Песня в голове, там, которая «Господь, Господь». Вот, ладно. Окей, все, не буду больше шутить на эту тему. Вот так. Выбрать ему подходящее название. А, классический... И после этого тебя будут ждать первые подарки, среди которых стильный итальянский танк М1643. Итак, друзья, он вам кажется стильным? Мне не кажется, что он стильный. Но художник так видит, как говорится. Осуждаю. Сорян, ну просто я по-доброму, правда. Я вообще миролюбивый человек. Решал бил киберспорт, а его сына чуть Деда Мороза не завалил. Желтая монета ко мне уже летит, я правильно понимаю? Ну, вот танк 3 отметки. Чистый лимузин. Не, мне кажется, это стиль. Я вот смотрю, вот, глядя на этот танк, у меня просто в голове одна ассоциация. Стильно. Сахариано, еще больше подарков ждет тебя за повышение уровней атмосферы праздника. Для этого нужно улучшать объекты в своем городке. О, мужики отдыхают. Ярмарка, ель и инсталляция. И желаю вам в Новый год нормальную вестибулярку, блядь, тут при просмотре этого ролика. Каждый имеет 5 уровней. Чтобы достигнуть их, надо собирать и вкладывать ресурсы. Ага. С каждым уровнем ты будешь получать игрушки для украшения объектов. Но в этом году они несут только декоративные функции. На уровень атмосферы они не влияют. Всего ресурсов 4, но для улучшения объектов подходят только горный хрусталь и чистый изумруд. Солнечный янтарь и метеоритное железо пригодятся тебе позже. Найти их ты можешь в зоне с источниками. Каждый источник соответствует одному из ресурсов. Сбор ресурсов – одна из твоих самых важных задач, так что не забывай заглядывать к источникам. Я правильно понимаю, где сейчас должны хоббит и эльф повыходить, блядь? Да здравствуй, Властелин колец. Дим, давай про коробки ролики, это просто душные. Тут только один какой-нибудь будет в аренду и навсегда. Не, ну давай вот, ладно, уже досмотрим-то, а чё? Они там наркоманы, я простили. В смысле? Они гиперактивные вообще-то. Собирать ресурсы можно дважды в день. Хотя, если не хочешь делать это вручную, можно включить автосбор ресурсов. Это будет стоить кредитов, но зато гарантирует, что ты ничего не пропустишь. Каждый... У меня сразу вопрос. Автосбор работает как? Это, конечно, без юшиного видео не обойтись здесь. Вот. Но автосбор как работает? Ты можешь в игру вообще... Можешь не заходить в игру, автосбор будет работать. Ресурс ты можешь преобразовать в другой с помощью специального конвертера. Вложи один ресурс и получи на выходе другой. Все достаточно просто. Но ресурсы можно получить и другими способами. При достижении 2 уровня атмосферы праздника у тебя в городке появится... Опа, кто это у нас здесь? Воф-воф-воф. Я гиперактивный. На скорость 1.5. Появится верный друг, пес Чаффи. Раз в день ты можешь погладить его, и за это он подарит тебе дополнительные ресурсы. Он на турниках, кстати, подтягивается до хера, судя по телосложению. Руки короткие. Это Чаффи?
Такие Джоф-Джоф. Константин, прикинь сразу, сколько у него будет. Все такие, так, Джоф, а что за Джоф? И пошли, и все, и... Чаффи погладить. Блять, во все виртуальное переходит, да? Вот нет бы живого пса завести погладить, а тут... Ладно. Достаточно щедро с его... Ты что, говорит, наркоман, гиперактивный. Стороны, не правда ли? Так что, если захочешь отблагодарить этого красавца, то для Чаффи можно приобрести новый ошейник, игрушку, лакомство и даже будку. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Со стартом новогоднего наступления все твои друзья из списка отобразятся... Мне кажется, только ленивый про Джоу не пошутил здесь, да? Будка, кстати, нормальная. Может, собаки имя поменять? Да, так, может, как хочешь ее называть, ты понимаешь, ты сидишь дома? Дмитрий Лаптев спрашивает, а где, говорит, у собаки хуй? Дмитрий, это единственное, что тебе пришло, блядь. Ты понимаешь, ты хозяин этого пса, ты заходишь в комнату, в комнате никого нет, только компьютер, и ты, больше никого нет, понимаешь, в этой комнате, в этой квартире, может быть, даже в этом доме. Ты включаешь... И ты можешь пса назвать как хочешь, никто не услышит, никто не узнает. И все, и ты наедине с псом можешь разговаривать даже. Можешь спрашивать, как у него дела. Вот. ...в специальной вкладке. Ты сможешь увидеть, как они назвали свой город, на каком уровне атмосферы праздника они сейчас, и даже зайти к ним в гости. А самое главное... Ребята, вот это даже зайти к ним в гости. Это прям максимальное, мне кажется, погружение будет. А к Джоу можно? К этому, к псу можно в гости будет сходить? Двух своих боевых товарищей ты сможешь выделить как избранных друзей. И разве... А, я понял. Это, например, какой-нибудь Анатолич строит свой поселок. Шумный балаган, там солнечный поселок. Я могу к ним в гости заходить, я все понял. В день собирать для себя ресурсы в их городках. И не переживай, их ресурсы ты не забираешь. Они предназначены именно для тебя. Кстати, у друзей ты тоже можешь погладить их, Чаффи. Но помни, ресурсы от поглаживания ты получишь только один раз за день, вне зависимости от того, чью собаку ты гладил. За сбор ресурсов... Мне кажется, ты можешь гладить чужую собаку, можешь за это и пиздов отгребти. Бля, это колония поселения. Мне кажется, этот. Здесь игра какая-то, это РПГшка какая-то. Героями по. Во, это герои 3 просто. Ты ходишь по другим городам, этот, ресурс забираешь. Осталось ПВП наладить и все. Пес заменяет белочку, говорит. Псов у друзей тебя ждут. Ой, я, кстати, один раз видел, как у женщины была белочка, бля, я вам так скажу. Это было примерно лет 17 назад, 18. Да, лет 18 назад, мне лет 16 я было. Я шел ночью домой, короче, и увидел, как женщина, короче, белочку поймала. Я вам так сказать, мы с другом стояли, смотрели. Это, блядь, страшное зрелище. Ну, реально, это вот... Там вообще не до улыба... То есть не вызывает у тебя никакую улыбку, ничего. Это просто, блядь, страшно, и все. Подарки. Не забывай заглядывать в гости к друзьям, и ты получишь уникальные надпись, декаль и 2D-стиль. А-а-а. Кроме источников, друзей и Чаффи, ты можешь получить ресурсы за прохождение ежедневных боевых задач или из больших новогодних коробок. В этом году в твой городок пожаловали специальные гости. Ты их точно ждал, потому что один из них — всеми любимый Дед Мороз. Дедушка давно уже стал символом этого большого семейного праздника. Но Павлю, он появился здесь большое. Не один. С ним, конечно же, не могла наша. Не прийти внучка Снегурочка. Она... Бля, вот это я понимаю. Дед Мороз, Снегурочка. Там до этого что у нас постоянно супергерои были? Не, ну, кстати, я такой, Дэдпул можно было бы увидеть здесь. Также готовы дарить радость. Само собой, они с Дедом Морозом приготовили для тебя нечто особенное. Собака еще. У каждого из гостей есть по 10 праздничных поручений, которые доступны с самого начала. Видите, на свитере оленя? Даже для Деда Мороза, блядь, напоминает тебе о твоих союзниках.
гостей есть по 10 праздничных поручений, которые доступны с самого начала новогоднего наступления. Да, мне кажется, здесь кожаного это, генерала не хватает ему. Да, в принципе, вот если ты реально одинок, у тебя есть компьютер, и ты одинок, у тебя в этот ближайший месяц у тебя будут друзья, ты будешь ходить к ним в гости, ты будешь гладить пси, это собаку, гладить собаку, да? Жалко там никакую киску погладить, ладно. Этот, ты будешь гладить собаку, вот, у тебя Дед Мороз встречает, у тебя есть Снегурочка, подарки, ты там какие-то ресурсы собираешь, ты понимаешь, ты... Теперь я понял, почему у Лесы этот такой новогодний ролик сделан душевный про семью. Для их прохождения как раз и понадобятся два оставшихся ресурса – солнечный янтарь и метеоритное железо. За выполнение поручений наши герои будут рассказывать тебе новогодние истории и даже помогать в украшении твоего городка. Это стиль. Стильный танчик, кстати. Но главное, ты сможешь если получить подарки от наших гостей. Уникальные декали, 2D-стили и бонусы к заработку опыта и кредитов для техники. Бонусы и на кредиты, и на опыт работают сразу, но с важной оговоркой. Ты сам выбираешь, какой именно опыт зарабатывать. Поручения Деда Мороза и Снегурочки требуют ресурсов. И если ты больше заинтересован в кастомизационных наградах от наших гостей и экономических бонусах... Типа, здесь даже салют тебе организовали, понимаешь? Сперва удели внимание поручениям. А если же тебе больше приглянулись награды за уровни атмосферы праздника, начни с улучшения объектов в своем городке и укрась его на свой вкус. Помимо поручений, у Снегурочки приготовлено для тебя новогоднее испытание. Каждый день тебя ждет новая задача. Они накапливаются и выполняются параллельно. А за выполнение задач ты будешь получать надписи, декали, стиль, медаль, скидки на прокачиваемую технику и, конечно, саму Снегурочку слюни на радость в качестве потекли. Члена экипажа. А если как... Когда на стрим зашел к бабе Любе, да? Слюни потекли. Ладно. Какая-то из задач оказалась тебе не по душе, не беда. Каждый день у тебя есть одна попытка поменять задачу. Причем сменится не только условие задачи, но и ее тип. Проще говоря, если задача была с условием выполнения «забой», она сменится на задачу с накопительным условием. И наоборот. Попытка сменить задачу дается каждый день и накапливается на протяжении всего новогоднего наступления. И не забудь про другие награды прошлых лет. Ведь с получением 10 уровня атмосферы праздника тебе станет доступен новогодний магазин. В нем за ресурсы ты сможешь приобрести надпись, декаль и стиль дружбы прошлого года, а также награды коллекции предыдущих новогодних наступлений. И самое приятное, если ты не успел дособрать какую-то коллекцию в прошлых годах, то сейчас получишь на нее скидку. Причем, чем больше украшений коллекции было собрано, тем больше скидка. Но, как известно, наград много не бывает. В рамках новогоднего наступления 2023 тебя ждет специальный терминал с подарками. Пользоваться им очень просто. Используй жетон, и терминал случайным образом выдаст тебе один из подарков, в числе которых кредиты, личные резервы, свободный опыт, снаряжение, инструкции и уникальный акционный танк 9 уровня, объект 283 в аренду или даже навсегда. Жетоны для терминала ты будешь получать за повышение уровня атмосферы праздника и прохождение испытания Снегурочки. А когда ты выполнил все поручения Дедушки Мороза и внучки Снегурочки и достиг 10 уровня атмосферы праздника, тебе откроется возможность приобретать жетоны за ресурсы. Новый год уже здесь. Украшай свой городок, получай подарки, выполняй задачи,
Заходи в гости к друзьям, собирай ресурсы и не забывай радоваться празднику. Режим новый лайф, переходишь и все. Приближается. Ну, ярко, конечно, позитивненько все, да? Новогоднее наступление 23. Так, это мы посмотрели. Так, давай, там другой ролик еще был, да? Про коробки большие.